Ну что ж, и мы начинаем с самого выгодного предложения сегодняшнего дня на телеканале Shop & Show. Комплект для сна верблюд. Да, это целый комплект. И что в него входит, нам расскажет Юлия Колосова. Конечно же, подушки и одеяла. И очень здорово, что мы продаем полным комплектом и вам предлагаем вашу идеальную гармоничную спальню под сезон. Вот я хочу на это особенно обратить внимание, потому что все-таки это натуральная верблюжья шерсть. Вот это идеально, да. В холодный сезон прогрета будет ваша теплая, уютная постель. И подушки, и одеяло. Давай тогда с размерами определимся. Давай, давай, потому конечно. Что в комплекте, да, вы можете выбирать либо подушки размер 50 на 70, так. Это евроразмер, а также российский 70 на 70, и в каждом размере будет две подушечки. Конечно. И мне очень нравится то, что наше одеяло в комплекте верблюд облегченное. Это здорово. Ты знаешь, Люд, значит, оно подойдет на любой сезон. Верблюжья шерсть находится в достаточном количестве, поэтому зимой будет согревать. Полностью она дышащая, так что летом одеяло тоже можно использовать. То есть это комплект для сна верблюд, всесезонное предложение. О, а вы, наверное, привыкли зимой спать под тяжелыми одеялами. Ну, теперь отменяем тяжелое одеяло. Сегодня у нас легкие цены и легкое, но теплое одеяло от комплекта для сна верблюд. Но этот комплект не только из одеяла состоит, еще и из подушки. И в зависимости от размера выбирайте свою комплектацию. Слушай, Юль, и здесь верблюжья шерсть, и в подушке? Да, ты знаешь, и в одеяле, и в подушке верблюжья шерсть. Если в одеяле она в полном объеме, да. То в подушке в подстежечке. И это очень хорошо, потому что в верблюжьей шерсти находится вещество, которое нейтрализует бактерии, ланолин. Подожди, ты мне недавно рассказывала, у нас, знаете, на телеканале недавно был в гостях Геннадий Малахов. И он тебе рассказывал о верблюжьей шерсти, да, какие-то новинки, да? Да-да-да, о благотворном влиянии верблюжьей шерсти на организм человека. То есть, если одеяло будет согревать, помогать даже от ревматических болей, вот создавать, да, приятное сухое тепло, которое будет такой, знаешь, своеобразной профилактикой являться сейчас в сезон простудный, то в подушке нашей верблюжьей шерсти внутри подстежечки она не будет давать микробам развиваться. То есть, вы будете спать в свежей чистоте, сухости и в полной гигиене. Ну и, конечно же, заботиться о своем здоровье с комплектом для сна верблюд. Закупайтесь на Новый год. Новый год не за горами. Вы уже придумали, что подарить вашим близким и родным? Ну, конечно же, комплект для сна верблюд, потому что он не только обновит ваше спальное место, еще и позаботится о вашем здоровье. Вот такой вот комплект для сна верблюд идеально согреет, полечит, в сезон будет являться профилактикой простудных заболеваний. Радуйте себя здоровым сном. Это самое главное. Полный комплект верблюд. Это одеяло всесезонное, на любые сезоны. Оно гигиенически чистое, современное. Так что, конечно же, и для детской спальни, и для взрослой спальни выбирайте подушки. Есть размеры разные. 50 на 70, например, или размер 70 на 70, классический российский. Я, например, именно его и выбираю. Ты знаешь, Люд, чем мне нравится наш верблюд? Чем? Кроме того, что... Цена. Цена. А еще чем? Ценой, да? Тем, что это практичные одеяла и практичные подушки, которые можно постирать дома. Да и ладно? Как в стиральной машине? Совершенно верно. И подушки? Машинки. Прямо в подушке, вот и прямо, да, одеяло. Можно стирать в машинке, то есть никакого сложного ухода нет. Одни сплошные плюсы. Ну, у нас сегодня плюсов много. Колл-центр у нас такой же красный, как и цена. Раскалился просто. Но не переживайте, все звонки у нас абсолютно бесплатные, ожидание на линии тоже бесплатное. Если вы уже набрали номер телефона телеканала Shop & Show, это значит, что вам точно достанется. Юль, слушай, ну вот подушка, я только хотела задать вопрос, а ты уже мне его на него ответила. Uh-huh. Ты знаешь, я часто ночью подбиваю, так как бы подбадриваю подушечку. А Даша, вот это. Смотри, какая пышная, ее не придется тебе взбивать несколько раз. Здесь очень хорошая, достаточная высота, замечательная упругость у подушки. Пышность, она будет поддерживать во время сна, и прекрасно то, что потом вы сможете спокойно освежить ее, постирав. Сможете вы сделать это со своей подушкой? С перьевой нет, а с нашей можно. Верблюжья шерсть здесь в соединении с силиконизированным волокном, пушистым, мягким холофайбером, который идеально отстирывается в машинке. Вот это да! Вы можете постирать свою подушку в вашей стиральной машине, а вы можете постирать ваше одеяло в стиральной машине. Комплект для сна верблюд вы можете постирать в вашей стиральной машине. Одеяло
одеяло и подушка. Вы сегодня заботитесь о вашем кошельке, о вашем спальном месте, о вашем здоровье. И все это с комплектом для сна «Верблюд». Стирайте, ну и, конечно же, оздоравливайтесь. Юль, слушай, ну и правда, одеяло достаточно компактное. Знаешь, вот я понимаю, что сейчас нужно набирать, потому что это еще и дополнительные спальные принадлежности. Гостей сейчас на Новый год будет уйма. И это точно. Все будут оставаться. Ты знаешь, а еще и тут ткань такая приятная. Можно, мне кажется, даже не заправлять в пододеяльник. Да, здесь плюшевая микрофибра является чехлом для нашего комплекта для сна «Верблюд». А внутри натуральная верблюжья шерсть, которая согреет вас холодной зимой. Прогреет ваше спальное место так, что вам даже поможет оздоровиться. Испокон веков известно благотворное влияние верблюжьей шерсти на организм. Вот я когда ложусь на наши подушки, у меня сразу глазки закрываются. Ну, поспи пока, я расскажу. Расскажу, что наши подушки из комплекта «Верблюд» двухкамерные или двухобъемные. То есть состоят из чехла, где есть подстежка из верблюжьей шерсти. И внутри холофайбер с верблюжьей шерстью, наполнитель, который прекрасно держит форму подушечки. Прекрасно, что подушка спокойно выдерживает стирку. Это плюс большой. Не накапливает пыли, запахи не собирает. Достаточной высоты обладает. Так что, Люда, сейчас у меня тут уснет. Как же мне удобно лежать. Почему удобно, Юль? Причем тебе удобно будет и на спине, и на боку, да. Потому что у подушки правильная высота. Подушка обладает хорошей степенью упругости и при этом пышностью, то есть поддерживает шейный отдел позвоночника, то есть не проваливается голова, да? Вот это самое главное. Внимание на экран. Вот оно, правильное расположение головы во время сна. Что такое, когда лежит правильно голова? Это значит, не заламываются позвонки, и это значит, правильно работает кровоток, то есть кровь циркулирует правильно. Вот в этом вся, собственно, соль, да, с точки зрения медицины. И поэтому, и, конечно, и бессонница уходит, и отдых совершенно другой получается, более полноценный. Полноценный отдых на полном комплекте для сна «Верблюд». У вас будет и подушка, и одеяло в комплекте. Верблюжья шерсть, так же, как и плюшевая микрофибра, являющаяся чехлом, это дышащие компоненты, дышащие составляющие, поэтому на лето тоже будет хорошо.